эту программу смотрят и в Российской Федерации. Вот просто, чтобы люди понимали. Сегодня Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный телефонный разговор одного из лидеров так называемых сепаратистов или террористов в Донецке, Дмитрия Бойцова, с лидером радикальной националистической, неонацистской, повторяю, неонацистской организации «Русское национальное единство» Александром Баркашовым, который находится в Москве. Бойцов в панике, вот вы сейчас услышите, да, просит ввести российские войска в Донецк. Вот послушайте. Петрович, у нас тут вообще полная, короче, у нас под Донецком 150 километров стоит 300 единиц, эшелон, короче, боевой техники, десант высаживается в Донецке, Донецк не выстоит, если нам не помогут, ну, Россия, если не войдет, то все, нам, я отменяю, нахуй, 11 числа референдум, потому что он не проведется, его невозможно будет законно провести, просто невозможно. Пока эти здесь. Дим, отменять нельзя никак. Получится, что вы испугались, понимаешь? Нет, не испугались, просто мы его не проведем. Нас не готово. Да вы в партии все что угодно. Напишите, что 99%. Вы сейчас дети, будете ходить, бумажку собирать. Все, я понял. Напишите, что 99%, ну не ведем там 89% за Донецкую республику. Все. Все, я понял, только вопрос стоит о Донецкой республике, больше ничего. Да, у вас. Пока федерализация, никакой вопрос не ставится. Дима, конечно, нет. Это ваши там интеллигентки, я с ними общался, ты мне их скинул. Это надо привязывать к международному праву. Так проводите прям просто, заполняйте анкеты, чтобы 100% за. Все, Донецкую республику, а дальше что? Только Донецкую республику. Даже других вопросов нет. Потому что, блядь, здесь все, конечно, на взводе. Даже Кадыров, так вот, я первый написал президенту обращение. Потом Жирик, Зюганов, мы все прокукарекали по телевизору. К вечеру даже Кадыров, сегодня вот он еще раз. Вот вернутся все, и Россия, и Украина, и Белоруссия, все отвернутся, если он не поможет. Чего этот, наш президент такой хитромудрый ждет, я знаю. Там уже народ пишет так очень возмущенно, на него наезжают, ну я себе не могу так позволить, понимаешь, там, обзывать его как-то. Ну, конечно. Конечно, это правильно. Фашисты.